Акционерное общество закрытого типа «Карачаганак Петролиум Оперейтинг БВ» – казахстанский филиал. В соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса Республики Казахстан сообщает, что в 15:00 27 мая 2022 года по адресу Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Успеновский сельский округ, село Успеновка, улица Тауэльсиздык, 10, в Доме культуры состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту отчета о возможных воздействиях КПК, строительство нового комплекса по нейтрализации каустика, корректировка, КНГКМ, Западно-Казахстанская область. С проектом отчета можно ознакомиться на едином экологическом портале www.ecoportal.kz, а также на сайте ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области. Составитель отчета ТО «Техника Инжиниринг Контракторс». Телефоны 8-711-33-75-559, 8-711-33-75-560. Все замечания и или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на едином экологическом портале, а также на электронную почту tabigat_zko@mail.ru. В случае введения чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на едином экологическом портале и на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области. Дополнительную информацию можно получить по адресу: город Аксай, улица Дружбы народов, 21/1, здание бизнес-центр Карачаганак, место 97, и по телефонам 8-711-33-66-331, 8-3-7-797-58-17.